Сейчас я вам покажу еще четвертый вариант, как можно наматывать профессорский бинты на руку. Дело в том, что в современных бинтах появилась такая лямочка. Раньше такой лямки не было в бинтах. И поэтому бинты мотали, придерживая пальцами за бинт, и, соответственно, дальше наматывали. Также можно было наматывать бинт еще одним способом. Если ваш бинт достаточно длинный был, складывали несколько раз и делали такую как подушечку на суставы. После этого бинт затягивался. Соответственно, наматывали, фиксировали большой палец. И помимо всего прочего, можно было еще бинтовать, наматывать на пальцы между пальцами. То есть, ну, это один из вариантов, который сейчас, в принципе, уже редко пользуется, но как вариант, такой способ тоже имеет место быть.